Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о новой платформе, которая называется Payra. Payra улучшает обмены и быстрее наращивает безопасность для всех собраний. Их легко понятная сцена занимает всего пару минут для выполнения платежей, и организация ссылается на их способность обеспечивать безопасность через биржи. Как бы то ни было, в отличие от разных организаций, нет никаких затрат на обмен или внесение токенов. Payra звучит как Pera, возможно, в свете того, что она инициируется азиатским словом Pera, который представляет собой деньги. Это часть, устраивающая кошелек и торговлю, которая позволяет людям ощущать безопасные крипторасходы. Кроме того, Pera чрезвычайно похожа на мощное онлайн-предприятие Enterprise в Азии, но более изобретательно и является основным и выгодным для использования. Есть еще одна пара с Shopera. На этом этапе есть мечта, чтобы завершить самый популярный бренд по всему миру с помощью интернет-магазинов. Они должны быть основным решением для любого клиента, когда они торгуют с помощью криптографии. Они основаны на Азии, и у них есть два уникальных ракурса на их сцене. Это Payra и Shopera. Покупатели должны использовать токены Payra на сайте, имея в виду конечную цель проведения обменов. В случае, если клиенты покупают свои жетоны на фоне продажи до ICO, их стоимость составляет около 0,35 доллара. Тем не менее, когда ICO публикуется, эта стоимость достигает 0,05 за токен. Payra – это место, где владельцы криптовалюты могут без проблем совершать покупки в интернете, и также создатели проекта стремятся сделать платформу глобальной и универсальной. Это должно быть первый выбор всех клиентов в этом мире. Место, где вы можете купить криптовалюту. Команда взяла на себя ответственность делать все действия экономически безвредными для общества. Будьте частью этого грандиозного проекта. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.